Привет, мои хорошие! Сегодня буду делать частичный педикюр, так что если вам интересна эта тема, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. На этих ножках мы делали педикюр 4 недели назад, так что пришло время снимать старое покрытие. С помощью твердосплавной фрезы на максимальных оборотах моего аппарата снимаю старый материал. Дальше пилкой спиливаю торец на нет и придаю ногтям форму. На этом пальчике под ногтем с одной стороны есть небольшая пустота, так как моя клиентка надавила этот ноготь, и там появилось небольшое отслоение ногтевого ложа от ногтевой пластины. Пушером аккуратно отодвигаю кутикулу без лишнего давления на ногтевую пластину. Фрезой пламя сначала на форварде, затем на реверсе вычищаю птериги из пазух. На ногах они чаще всего не глубокие, поэтому зарываться далеко не буду. Наношу размягчитель и с помощью пушера распределяю его по всей огрубевшей коже. С помощью сухой салфетки убираю остатки размягчителя, затем обрезаю всю огрубевшую кожу. После обработки кожи могу приступать уже к покрытию ногтей гель-лаком. Сначала обезжириваю ногти, затем наношу базовое покрытие. Когда оно подсыхает, приступаю к перекрытиям ногтей цветниками. Моя клиентка сегодня выбрала бирюзовые оттенки. Not forever, but when we're together, it feels like my spark's been left in the dark sometimes. 'Cause when I'm with you, it's just like an airway, better than a band-aid. This could be love, not sure, but I'm probably right. When you're around, I can see. На большом ногте рисую вертикальную полоску темно-бирюзовым гель-лаком, которым перекрывала маленькие ногти. Yeah.
Можно было бы оставить дизайн уже в принципе и так, но нам захотелось добавить стразики, поэтому я полоску бирюзовую промазываю базой для гель-лака и на эту полоску креплю маленькие стразы. Вот такой результат у нас сегодня получился. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой дизайн. Ну а я надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.